Добрый день, я постараюсь покороче, потому что время уже подходит к концу. Сегодня давайте поговорим с вами еще об одной важной составляющей качества жизни паллиативного пациента. Это его психологическая защита, психологическая поддержка, психологическое сопровождение. Психоонкология и частный ее план онкопсихология, они зародились уже в середине прошлого века и, в общем-то, были инициированы врачами. Был задан вопрос, стоит ли вообще сообщать диагноз пациенту. Как только стало ясно, что да, стоит, следующим вопросом задали, как взаимодействовать с инкурабельным больным. Как только медицина продвинулась и в течение жизни стало продлеваться, вопрос взаимодействия с людьми, которые постоянно сталкиваются со страхом собственной смерти, он стал наиболее актуален. Ирвин Елом, человек, который легенда, да, психотерапии в Америке, много уделял времени групповой, индивидуальной работе с паллиативными пациентами, с онкологическими пациентами вообще. Он говорит о том, что нет более одинокого человеческого переживания, чем переживание умирания. Это основная психологическая трудность, с которой сталкиваются как врачи, особенно на том этапе, когда они должны перевести пациента из активного лечения в разряд паллиативного лечения. Так вот, острый резонанс возникает всегда при столкновении с другим человеком, который переживает эти экзистенциальные проблемы, с которыми, в общем-то, сталкиваются все онкологические пациенты, но наиболее остро этот вопрос встает именно в момент отказа лечения, конечной жизни, одиночества, ответственность за свою жизнь, за остаток своей жизни и, в конце концов, поиск смысла жизни. Потому что когда человеку говорят, что вас больше не будут лечить, ему часто это слышится, как вы умрете завтра. Да? Сегодня Диана Владимировна об этом уже говорила. Но это не так. Мы с вами помним, что паллиативный этап может занимать до 3 лет, и только 6 месяцев из них будет терминальный этап, в течение которого человек все равно может сохранять продуктивность своей личности. Итак, ядром психологических переживаний онкологического больного всегда является страх смерти, вытесняемый или предъявляемый. Но это состояние, безусловно, фонит, и именно это вызывает затруднения у общения с такими людьми. По большому счету, если врачи испытывают трудности в передаче пациентов в паллиативную помощь, это вызвано именно этим резонансом. Человеку страшно, я присоединяюсь к нему, испытываю этот страх глубоко внутри себя, могу не отдавать себе в этом отчета, но начинаю человека утешать, начинаю его заговаривать. Да? Или наоборот, даже начинаю отказывать ему в переходе на паллиативный этап, в паллиативную медицину. Когда врачи отговаривают и уговаривают пациентов, вам еще рано. Ну, именно тогда, когда этот резонанс, личностный резонанс во взаимодействии с человеком, которому я должен сказать, вас больше не будут активно лечить, настолько пугает меня лично, что я просто себя сейчас в этот момент заговариваю. Мне еще рано. Это я еще не перехожу на паллиативный этап. Отсюда вот эти вот шероховатости во взаимодействии врачей. И, собственно говоря, это всегда симптом того, что в свое время самим врачам не оказали должную психологическую поддержку. Никто не позаботился о том, чтобы развить их в этом направлении, задать им этот локус философии рака, который не всегда подлежит активному лечению. Да, медицина еще не всегда может справляться. Это не ответственность врача, в конце концов, если генерализуется процесс. Чаще всего врач ничего не может с этим сделать, и он в этом не виноват. Защищать нужно врачей. Итак, паллиативный этап, кроме вот этого ядра страха смерти, который актуализируется у каждого онкологического больного, еще и сопровождается этими самыми физическими изменениями, болью, слабостью, тошнота. Трудно это игнорировать. И состояние тяжелого дистресса, а дистресс – это пролонгированная, сверхсильная, объективно сверхсильная эмоциональная нагрузка для любого типа человека, очень актуальна именно для перехода на паллиативный этап. Человеку, в сущности, отказали в лечении и, возможно, даже еще не объяснили, что симптоматическое лечение тоже способно его качественно поддержать. И все это ложится на истощение физических и психических ресурсов пациента, ну и зачастую даже его родственников.
Так как основная цель паллиативной медицины – это обеспечение комфорта и улучшение качества жизни пациента, встает всегда вопрос, что вообще такое качество жизни? Что за странная, такая неуловимая формулировка? Ну, психология – это вообще не очень точная наука, а термин «качество жизни» он в большой степени наш. Так вот, это субъективное удовлетворение, испытываемое или выражаемое. Человек может об этом говорить осознанно, может и не говорить. В процессе взаимодействия с окружающими людьми. Качество жизни – это то, что всегда видно. Сотрудники хосписа хорошо знают, что жизнь действительно продолжается до самого последнего вздоха. И люди, которые продуктивно взаимодействуют, которые остаются продуктивной личностью, в хосписе тоже находятся. Мы не говорим о вегетативном состоянии, но мы говорим о том, что не всегда паллиативный и даже терминальный этап этого заболевания говорит о деградации личности. Нет, конечно. Реабилитация личности как феномена абсолютно не только допустима, но еще глубоко востребована. И особенно в такой экстремальной ситуации, как паллиативный этап онкологического заболевания. Ну, качество жизни, как мы помним, да, включает в себя все параметры личности. Так вот, основное внимание в психоонкологии как раз и уделяется качеству жизни онкологических больных. Давайте вспомним, что люди с глубокой клинической депрессией, имея все органы в абсолютной сохранности, ну, кроме, да, тех самых тонких моментов, как рецепторы и нейродинамические связи, они не живут полноценной жизнью. А люди, которые страдают физически, зачастую живут, вспомните Островского, вспомните более свежие примеры. Личность определяет качество жизни человека. Ну и это, конечно, такое специальное прицельное внимание, да, в психологии. Итак, цель работы онкопсихолога, вот так мы теперь себя называем, это снижение психоэмоционального напряжения пациента. Это важный параметр. Когда у человека хаос в психоэмоциональной сфере, он не может брать травму под контроль, в конце концов и врачу, и персоналу с ним взаимодействовать очень сложно. Но эти параметры подвергаются коррекции у большей части людей, даже в ситуации такой высоко психотравмирующий, как вообще онкологическое заболевание и онкологическое заболевание в его паллиативной стадии. Снижение напряжения подразумевает коррекцию эмоционального состояния пациента в условиях заболевания. Этому специально учат в Институте онкологии Валентина Алексеевна Чулкова, этому учит, а в хосписе номер один этому выучивает Андрей Владимирович Гнездилов. Коррекция состояния включает направленное воздействие на пациента с целью адаптации к текущим изменениям, воссоздания картины жизни, поиска личных ресурсов пациента, индивидуальных ресурсов и, в конце концов, контроля над травмой. Для психолога это все абсолютно значимые и совершенно конкретные категории. Люди, далекие от онкологии, иногда задают вопрос, имеет ли смысл внедряться психологическую сферу, психоэмоциональную сферу людей, которые, я сейчас беру кавычки, очень громкие кавычки, одной ногой стоят в могиле. Но понятно, что сам вопрос формулируется неэтично. Личность человека заслуживает доверия, уважения и любой помощи для того, чтобы дойти до конца достойно, достоинством. В конце концов, люди, которые не получили этой поддержки и помощи, а могли иметь положительные изменения, так вот страдающие люди индуцируют живых оставшихся. Это родственники остаются травмированные в случае, если не получили удар, получили вторичную травму при взаимодействии со своим дорогим и близким человеком. И потом это, конечно, несут в сообщество. Итак, я уже упомянула Андрея Владимировича, который взрастил целую плеяду уже паллиативных онкопсихологов. Базируемся мы на результатах мировых исследований, с которыми мы, безусловно, согласны, исходя из своего практического опыта, и всегда не ленюсь их зачитывать. Итак, не выявлено каких-либо связей между стратегией совладания и выживаемостью. Человек плачет, это не значит, что он умрет быстрее. Давить на пациента с целью повышения позитивного мышления «соберись, тряпка» или
поверь, все получится. Ну, не получится, мы с вами знаем, паллиативный этап – это не то, что можно регулировать с помощью психоэмоциональной сферы. Человек не выздоровеет. Мы говорим о том, что достоинство его личности будет подкреплено и поддержано нами до последнего его вздоха. Ну и результаты современных исследований в передовых странах, которые целыми институтами изучают, в том числе и психологические аспекты рака, практически полностью развенчали миф о стрессе как о причине рака. Мы всегда говорим о дистрессе, и это последствия рака. Но не о стрессе, да, который, по сути, является тренировочной функцией для организма. Опираемся мы, конечно, на принципы медицинской этики, прежде всего, не навреди, но онкопсихолог, как никто, должен быть личностью проработанной и хорошо не только понимать, но и уметь доверять пациенту, узнавать пациента, я имею в виду индивидуальные особенности пациента, должен уметь соблюдать границы личности, потому что эта нянечка может подойти на «ты» и сказать «мой хороший», а онкопсихолог должен уметь дифференцировать, насколько это сейчас будет уместно и не донесет в какую-то, да, дополнительную нагрузку пациенту. Ну и соблюдать профессиональную позицию. Я люблю об этом говорить долго и много, но сегодня не получится. Впрочем, послезавтра будет онкопсихологическая сессия. Если кому-то это интересно, вы можете к нам присоединиться. Хайдеггер говорил, что создание предстоящей личной смерти побуждает человека к переходу на более высокие моды существования. И для паллиативных психологов это не пустой звук. Я думаю, что для всех, кто работает в этой области, подспудно это является высоким уровнем мотивации. Высоко травмированные люди сбрасывают оковы своей невротизации, становятся в контакте более подлинными. И это такой бонус для нас с вами. Мы можем по-настоящему подлинный контакт человеческий устанавливать гораздо более быстро и легко. И именно с нашими пациентами, именно с людьми, которые действительно в ближайшие 3 года будут напрямую разглядывать свой все более подступающий уход. При этом, конечно же, да, любой грамотный специалист в этой области, психолог, онкопсихолог, знает, что психотерапия рака ни в коем случае не гарантирует выживание на любом этапе заболевания. И наши ценности – это самоосмысление, свобода, ответственность за принятие жизненно важных решений. И поверьте мне, и согласитесь со мной, что это немало. И про это говорят люди, когда они предлагают добавить жизни к дням. Вот именно про это. Про интеграцию личности в сообщество и про человеческое достоинство. Есть некоторые слайды такого наставительного толка, да, чтобы я могла порекомендовать тем людям, которые находятся на этой грани, которым приходится взаимодействовать с пациентами на ранней стадии паллиативного этапа. То есть мне нужно как-то контактировать с людьми, которые вот еще имели шансы на ремиссию, а вот сейчас уже не имеют их. Это тонкая грань, это, в общем, достаточно быстро приводит к вторичной травматизации и нуждается в профилактике. Я давайте не буду их, наверное, комментировать, потому что времени мало. А пролистаю. Мы учим этому. Если есть у кого-то нужда, пожалуйста, обращайтесь. В Институте онкологии Валентина Алексеевна блистательно проводит эти курсы. Эффективное информирование навыков проявления подлинного сочувствия, не жалости, которая высокомерна сама по себе, но сочувствие, да, сопереживание, быть здесь и сейчас рядом с человеком, которому действительно очень тяжело. Ну и вот эти навыки, да, проявления подлинной психоэмоциональной поддержки в краткосрочном периоде, если кому-то приходится постоянно с этим сталкиваться в своей работе. Ну и должна вам напомнить под конец свое любимое изречение святого Августина, что только перед лицом смерти по-настоящему рождается человек. Не бойтесь тех людей, которые тяжело болеют и не могут уже активно лечиться. Там есть свой
большой ресурс. И если доверять человеку, если уважать его до последнего, то этот ресурс станет благотворным и для вас в вашей работе. Спасибо большое за внимание.